Сейчас мы с вами поделимся новым рецептом приготовления блюда. Внимание! Пельмени жареные! Пельмени жареные, вы не ослышались. Не вареные, а жареные. Солить не будем? Будем. Будем? О боже. Солить, как напишите в комментариях, что такое дело делал и пробовал. Я буду первый раз пробовать. По-прежнему готовит Серджио. Это не реклама. Это констатация факта. Ну, видали, какая красота? Пельмешки. Еще по плану шашлык. Но он будет чуть позже. Чуть-чуть позже, да. Почему к вам вернется под рекламой? Да, не переключайтесь. Или ходить по иншим каналам. Слушайте, как они шворчат. Не меньше подгорится должно быть. Ну да, не меньше. Сейчас еще добавится лобушка. И до лобушка до готовности. Мальчики, вы как всегда... Лук можно открыть это. Сюда убрать, да. Наши шеф-повара. На заднем фоне виднеется дедушка Вова. Дедушка Вова, передайте всем привет. Спасибо. Добавили туда немножко водички и накрыли крышечкой потомиться. Крышечкой. В нашем случае это крышечка. Сколько так ждать? 5 минут? Ждем 5 минут. Так, вот они теперь в водичке доходят. Ну, вкусняшка же. И не скажешь, это пельмени. Они как-то выглядят. На котлеты, похоже. На котлеты, на текстерки какие-то. Вот. Добавляем специи. У нас специи, что там? Приправа для гриля. Мясо на гриле. Еще какую-то добавляем. Секретные. Секретные ингредиенты. Немного добавить. Острая, да, она все карри. И то карри, и то, просто по чуть-чуть. У некоторых это поджелудочная. Поджелудочная отсутствует. Присаливание, нет? Смотрите, как оно шкварчит. Солим. Это, кстати, сковорода лучше всяких тефалей. На костре ни одна тефаль не выдержит. Как будто оно в каком-то этом... соусе. Соусе, да. Аппетитненько. Хотела снимать. Что вы делаете? Шашлык. Шашлык. Опять шашлык. Вам не надоел шашлык? Нет. Шашлык это и шашлык. Одна из еды. Мужской, да? Которая не надоедает никогда. Угу. Особенно на природе. Особенно на природе. Так, я хочу снять вот это поколение. Ванюша, передай всем привет.
Ванюша. Мальчик Ваня. Вас просили передать привет. Ванюша, помахай. Помахай мне сюда, Ванюша. Так, подготовление идет к шашлыку. Ванюша, ну я же хочу привет от тебя. Помахай мне привет сюда. Помахай. Нет? Ах ты задавака. Расскажи, где ты был? Только что где был, Ванюш? В магазине. В магазин ходил? Ага, с Вовой в магазин заходил. Ага, хорошо. Что тебе Вова купил? Хот-вилл. Что такое хот-вилл? Это такие машинки. Угу. О, соглашаю. Следующее блюдо у нас шашлык со свининки. Тоталитарный режим, а вообще будет тотальное наблюдение за народом, кто пишет, кто нарабит. Вот такую мне красоту сегодня подарил ребенок. Сыночек Сашенька. Так, это мои предыдущие орхидейки. И вот эту красавицу мне подарил мой любимый супруг. Так что у меня теперь целая коллекция. Красивые? Красивые. Ведутся подготовительные работы. Стол накрываем. Хотели сесть на берегу, но там слишком дует. Решили перейти на солнышко. Да, дорогая? Да. Да. Замерзла. Да. Так, а детки наши развлекаются. Детки? Детки? Вам хорошо? Да. Да. Супер качеля. Ага. Он не удержится. Держи его за капюшон. Ты чё? Ваня, держись крепко-крепко. Держись крепко. Держись. Ты сейчас бухнешься. Держись. Опа. А вчера посадила вот это дерево в землю. Это не дерево, это цветок. Бругмантия. Рудольф гуляет наш. Рудик. Рудик, передай всем привет. Рудик, как тебе отдыхается на Пасху? Рудик, как тебе отдыхается? Все хорошо? Подрался с котами, ухо травмировали ему. Рудик, все хорошо? Мяско пахнет тебе? Рудольф. Да, это для Богдана, а я тут там сяду. Девочки, поздравляйте всех с праздником. С праздником. Христос воскрес. Вот так. О, воистину воскрес. А пельмени, да? Ага. Сашенька, всех с праздником. С праздником. Веруйте в Бога. Боря. Ой, капец. С праздником. Лахо. До мене поближче сідайте. Хорошо, тільки Сережу. А що ви робите? Сережу, що ти сам. Ось Ольга, дороже ж залізла. Ближче сюди, що Сережа б на вуглу не сидів. Чи ти будеш там для Оксани? А, ну тоді я поняла. Може ми сядемо за маленький стіл? Махай ручкою все. Ні? Та ще давай. Ми сядемо за маленький стіл. Мене видно там? Так. Я держу, не треба. Та я тебе поправляю. Чи без пособрали? Так. Вкусно? І люди хороші. Конечно. Мам, давай мы сядем туда. Куда? Так, кушайте быстренько, пойдете гулять потом. Кушай ты. Бери, ложите оливье. Лиза, ты ж любишь оливье. Ну, наша Аня не знает. Нет, пойдете до моря. До моря? До моря сейчас никто не пойдет, пока мы до моря летом ходят, да. Бери мяско. Будешь мяско? Да. Так всем по два хватит мне одного, надо будет. А ты крышку там. Положи сладкий сядем кусочек.
Та не надо. Була, що я потом раз? Ще довезу. Хай буде тепленьке, тепленьке. Тут Ліна любить гарячий. Да. Не слухай. Так, кому ж який салат? Та хай самі вибирають. Хай самі наладуть, заб'їся. Все на столі, хай самі бере, самообслуживання. А я хлопці. Ти нема, да. Сок, я йду по сок, кому сок? Да, вот что такие условил. Такий судак заліз. Сетку, що Гриша, цвіточка не хотіла спав наш. Слухай, ночью поставили. Знаєш, що вони балакають? Я до вас не маю. А лодка є, завтра прийду, доремонтирую. Та вона ж там... Хороша. Гнила там, коли була. Ні, не гнило. Головий зняв. Я коли боті ставив, вони чуть-чуть такі шатку. Там вложити зверху лавочку і нормально лодка. Гриша поблокував лодку. Гриша, ну, там... На другий день умер. Ой, капець. Да, поблокував? Та ні. На другий день що умер? Не в тому діло, що він не в тому мер зловив. Ні, просто я кажу, що поблокував лодку, вправився, ретку посадив і пішов. Я оце прийду, лодку ремонтую і... Я ще й водою знаю, я ж оце от гори, не гора, і до цього, до Дніпропетровська. Ми водою в мене в руках. Деяка риба ловиться, де слово, ви не сміте, я вам скажу. Ні, не нравиться ваша їда там. Ні, ну така самовірність, така такий так, не, ну, настрой. Я слова на обітах не бросаю. Якщо я пройшов от гори, де Хащове, от Хащового і до моста, де Дніпропетровська. Не вимірю. Пані, насипай! Рибу ловив на заводці. Ти чуєш мене чи ні? Дай, дай глибо, подай. Не насипай, ти хай грає. Я вже тебе говорю, пане. Ванюш, ой, как красиво. Что это такое? Это песок. Песок? Это их хочет увязать. Красивые у тебя машинки. Какая тебе нравится? Мне нравится вот эта синенькая. А мне нравится зуйка. А ну покажи ее ближе, я ее не рассмотрела сразу. Ближе покажи, я ее не рассмотрела. Ой, какая. Подожди, не спеши. Ой, какая она. Ой, какой у тебя классный бампер. Бампер красный, боже. О, видишь? Настоящий Hot Wheels, да? Он коричневый. Угу. А мне голубенькая нравится. Покажи голубенькую еще всем. А ну, это вообще, как это называется, ракеты? Это турбины такие. Турбины, правильно. Во, я не знала, видишь? А вот это какие-то стороны, другие турбины. Угу. Буду знать все. Это глупо их подписывать. Кто тебе купил эти Hot Wheels? Вова. Кто такой Вова? Это он папа. Папа? Нет, он дядя. Папу как зовут твоего? Рёма, папу зовут Саша. Вот, видишь, как хорошо. Его дядя. А маму как зовут? Яна. Яна, помахай маме привет. Мама будет смотреть? Помахай мамке. Мама, привет. Не, сюда на меня посмотри. Привет, мама. Привет, мама. Воздушный поцелуй маме. Вот так. Пальцем. Так, ладно, играйся. Ой, прикольно. Давай, сейчас.